Так, ну вот, собственно, мы и дома. Час ночи. Сегодня много очень проехал. 2 часа ехали мы до Старой Ладоги. От Старой Ладоги 9 часов ехали. Да, вот видите, Алексей, который кормил жучку, вот про эту яму говорит, что почему-то я ее должен засыпать, хотя это деревня деревенская. Я уже неоднократно жаловался. В сельсовет ходил, но все бесполезно. Ну что ж, давайте смотреть, что у нас тут. Что у нас тут? Жучка нас будет встречать или нет? Что она там? Сторожила? Сторожила нас? Или ушла к соседям, продалась за мясо? Сейчас посмотрим. Ну, жучка, так, дальний включили. Так. Жучка пока отсутствует. Пока отсутствует. Вот он скачет, одноногий бандит. И все, видите, перегородил нам дорогу жучка. Не хочет. Жучканчик, приветик. Вот он. Вот жучканчик. Вот зараза, под машину прям. Видите, не дает жучканчик. Вон он такой. Вон он. Вот он. Жучкан, ну. Ну давай. Молодец. Молодец, жучканчик. Не лезь под машину, пожалуйста. Не лезь. Жучок. Ну-ка, рассказывай, как у тебя делишки. Что тут за главного был? Сыт ли? Похудел? Ты должен был похудеть, жучок. Ну чё, мой хороший жучок, ты должен был похудеть. Похудеть должен был. Кого ждешь? Щеночков мы твоих всех раздали, так что все нормально. Все щеночки пристроены у нас. Да? Чё нюхаешь? Чё? Кушать хочешь? Сегодня не кушал ты, что ли? Ну, тебе вчера много дали. Тебе вчера вон навалили сколько. Чё нюхаешь? Чё? Кого ищешь? Щенят? Жучок, давай. Кого ищешь? Щенят, что ли? Щенят ищешь? А их нету. Все. Всех раздали. Да, в Питер отвезли. Да, жучкан. Пойдем. Жучкан, почему ты не жрал? Жучкан, ты что, в печали был? Ты что, не жрал? Ты думал, тебе что, там отраву подсыпали? Чё ты воешь? Смотри, правда ищет щеночков. Ищет щеночков жучканчик наш. Где щеночки ее? Смотрите, в машину. Тут должны быть. Должны быть тут. А их нету, жуч. Их нету. Они уже взросленькие. Ну что ты, мой хорошенький, переживаешь что? Смотрите-ка, а. Действительно. Спрашивает, где? Куда дели их? Куда дели? Жучканчик. Ну, раздали. Всех раздали, жучканчик мой хорошенький. Всех раздали. Так вышло, да. Ну, не плачь. Не плачь. Ну, чё ты? Ух ты, мой хорошенький. Джеки, хочешь Джеки обратно? Ну, поедем в Питер, сейчас обратно возьмем тогда. Блин. Да, переживай. Детей даже, видите, не ела. Не ела, ищет деток своих. Жучка, прости. Ой, правда, сегодня кушала, ищет. Ищет деток. Ну, бедная жучка. Да, жучка очень переживает. Жуч. Ну, мы тебе блинчики давай дадим, да, сейчас? Что-нибудь такое вкусненькое дадим, вкусняшечку. Я не знаю, что ты тут делал. Ты ждала нас и думала, что мы тебе привезем обратно щенят. Всех 6 хотела, что ли? Жучок, ну чё? Ну не ной. Жучок, иди сюда, мой хорошенький, жучок. Иди вон блинчик, на, смотри, блинчик. О, давай. Блинчик с курочкой.
Очень вкусный. Мы его привезли в Питер и увезли из Питера. Пойдем еще один дам. Пойдем мы хорошенький еще один дам. Да, сейчас дам. Вот они. Не доели мы блинчики, но они хорошие. Они очень хорошие. Я сегодня с утра только ел. На, жучок. Ну все. Ну все, ну и не волнуйся, жуч. Смотри, бежит, не дожрался. Жучок. Жучок мой хорошенький. Ну все, сейчас заживем своей жизнью без щенят. Заживем, да. Ох, смотри, тут клочья, сколько она лазила, что ли, тут у нас. Все, жучка. Все, жучка. Начинаем новую жизнь. Начинаем новую жизнь. Никаких щенят, никаких кобелей. Все. Все, мой хорошенький. Ну вот видите, как она нас встретила. Ждала, конечно, нас со щенятами. Ждала со щенятами, но мы щенят всех раздали. Ладно. Еще же мы должны вам показать видео про сэра Бернара. Жуч. Ну ладно. Очень жалко жучку. Жучка. Жучку очень жалко. Жучка ищет щеняток своих. Потеряла щенят. Тогда ты что, их просто так, что ли, вынашивала, скажи? Но мы их раздали в хорошие ручки, жуч. В хорошие ручки, в хорошие. Ох, ладно, жуч, выключаемся. Что-то раскулился. Не грызи поводок. Да. Вот приехали мы в клинику ветеринарную на прививочке. Да, он страдает, подскуливает. В незнакомом месте. Да, Бенчика? Да. Да. Пойдем погуляем. Пойдем. Прогуляемся. Пойдем. Не скули, не скули. Ну, что? Поди какой. Два месяца. Волшлечку лучше другую купить. Да он, а в принципе, не нужен. У нас вольер пока растет. Не, вообще по форме другую. Это уродуют лапы. И кальций вам подавать. Мы взяли. Ну как это? Шлейку просто вот приехать. А тут он как себя поведет. Да, Бенни? Что? Новый, да? Ай. Сейчас тебе укольчик шкоп и домой поедем. Да. Ну, это так взяли, думаю, мало ли. Такого малюточка. Да? Бенечка. Да, вот все там, лапки мы и не одеваем. Мы не одеваем. Да, Бернардочка. Бернарчик. Вон так, грызи, грызи. Грызи. Фотографируешь, что ли, если не снимаю? Ну давай я положу. Да, Бенечка. Ух ты, какая уздечка-то у тебя большая. Да? Ну что там у тебя?
что там подцепил? Да, он грызет эту шлейку. Подцепил грязью, да? Нет, не грызи ее. Что там? Ой, котика, сердечки, котерики, котерики. Да, скажи, я большой уже. Большой. Вот, грызи. Давай поиграем. Ай, да, поиграемся давай. И попусать бы надо. Да? На, вот тебе пальчик. Прокомментируй, скажи, ждем прививку. Прививку ждем. Ты сама говори. Там котик. Звук же пишется. Котик там лечат. Да. Котика там лечат. Да, Бенечка, ты водички не хочешь? Идите, сходите до машины. Пойдем, попьем. А, Бенечка? А? Чего свалился-то? Укачался, скажи. Да, укачался. Да. Укачался. Да. Кто там? Грязно, там навалено всего. Сейчас срать сядет. О, ну я же говорю, сядет. Снимем интимные подробности. Да, не надо, скажи, интимные подробности. Нет, надо, а то, мало ли, не кормим. Ну ладно, не кормим. Ага. Кормимся, 3 раза перешли. Достаточно, ест нормально, все питательно. Надо сегодня тебе творожок на ужин дать. А там чья куча? Наверное, тоже его. Ну все, ладно, куда-то помчался. Все ушел. Да. Еще маленек сходи. Не хочет. Там еще-то тут в свалке не был. Бревна надо куда-то. О, еще, видишь? О, это мало. Кушаем хорошо и срём хорошо. Срём хорошо и кушаем хорошо. Ну, гвоздь торчит. Думаю, не запрыгнет. Ну что, не снимай. Это все нормально, пусть какает. Пусть удостоверится. Не снимай. Ой, вот, правильно, вот, вот, мужчина. А ты с той стороны вон зайди. Вот мужчина. Бенечка. Туда ушел. Беня. Да, вот он ты. Ой, мой хороший, вот он. Как легко стало. Да, пока легко. И заносился. Заносился сразу. Забесился. Ой. Не надо кусаться. Не надо. Бесилка. Ну, да это тапки плохие. Пи, вон, обгрызи. Все равно. О. Там я ветку выкинула, кстати, он дома грыз так. Все, он обесился. Куда теперь? В разведку пойдет куда-то теперь. Все, опять сдулся. Не надо гвоздик там. Иди там, посмотри. Там не снимаю. Проголодался, видишь? Покакал.
поесть. Да. Все? Все, хватит, наверное, набегался. Давай, иди кушай. Отдыхай. Давай, я завяжу. Да, Бенечка, хватит. Еще попозже выйдем. Еще попозже выйдем. Да, мама завяжет тут тебе. Все, под арестом. Да, да ладно, не снимай тут. Да пусть же он... А то он несчастный. Он набегался и ест. Ну, что значит не снимай? Да хватит, Ром. Выключай. Да сегодня мусор лучше.